Не знаю, видел или нет. Но у нас пошел первый снег. Белая машина. Ну вот, первая реакция на снег. У нас, не знаю, тут вон не видно. Хотя вот здесь чуть-чуть видно, что снег как капает, падает. Белла, иди сюда, там машина припарковывается. Пойдем с этой стороны. Айла, Амон, пойдемте. Так что вот так вот. Первый снег. Айла вот ничего понять не может. Амон тоже. Что-то им в лицо вон сыпется. Молодец мой мальчик, умничка, да ты мой хороший. Пописал, да? Да ты мой мальчик такой. Ай, молодец, Амон. Умница, да. Айлуш, ты тоже молодец была, да? Да, ну пойдемте. Белла гуляет. За ней, она, походу, побежала в туб за лет. Вот, потому что такую погоду она не особо любит. Белла, нельзя туда. Иди сюда ко мне. Стой, ждать. Нельзя. Что, холодно вам, да? Прям видно, такие скукожились. Холодно. Пойдемте. Что? Ну вот. Что было? А? Айлуша все время за Беллой, да? Куда было, туда и Айла. Да, Айлуша? Что, холодно тебе? Холодно, моя девочка? Покажись хоть. Айлуша. Ой, холодно. Вот еще один мерзлякин сидит. Мерзлякин. Да? Ты мерзлячка? А? Айлуш, что там, птичку увидела? Только не надо туда бежать за птичкой. Да? Да ты моя сладкая. Ты моя. Пойдемте. Нагулялись, все? Давайте. И домой. Молодцы какие. Умнички. Мои хорошие, да. Да вы мои прелести. Можешь так сказать, зима прям. Конкретно такие хлопья. Вот так вот. Все. Прощай, лето. Красиво, то у вас все сзади, да сзади. Айлуша. Амон, Айлуша, покажите. Ай, красивые какие. Ай, мои снежные морды. Ходят такие согнутые. Что, холодно? А? Холодно? Вкусняшку будете? Давайте сидеть. Сидеть всем. Сидеть. Да. Сидеть. Холодно, я понимаю. Айлуша, молодец. Амон, сидеть. Амон, жопу опусти свою. Ну, это что такое? А ну сидеть. А ну сидеть, сказала. Молодец. Айлуша, давай еще раз сидеть. Давай, Айла, сидеть. Да ты моя умница, молодец. От умнички мои какие. Ай, мои умнички. Эти морды были. Ты вообще такой классный. Я покажу тебя. Я покажу тебя. Вот, все такой классный.
На улице так приятно, что мы решили пройтись по-быстренькому еще в наш маленький парк через дорогу. Вот. Сейчас идем к дороге. Вот так вот. Гуляем, в общем. Так, давайте. А он уже по стеночке он прячется. Элла за ним. Холодно. А у нас вон почти все в зимнем наряде. Так, станем вот тут мы посерединке. Что и там красный. Дождемся, где будет наперед зеленый. Туда и пойдем. Он, скорее всего, будет, наверное, там зеленый. Да, пойдемте. Так, рядышком. Все идем рядышком. Вот дорога. Вот. Вот мои зверюшки. А мы рядышком идем. Молодец, мой мальчик. Так, сюда идем. И стоп. Стоим, ждем. Так, ждать стоим, ждем, не тянем. Вот так, молодцы мои. А вы мои хорошие. Да, он мой мальчик. Ты мой матик такой. Пойдемте, пойдем. Рядышком идем, дорога. Дорога. Вот так вот. Молодцы, умнички мои. Амон, пойдем рядышком. Только не тяните, а то я в кроссовках, я точно, точно грохнусь. Ну что, вот наш, вот и наш снег. Эй, говорю, не тяните, я грохнусь. Будет вам контент на камеру, блин. Хотя это будет не видно уже. Но зато слышно. Белла, нельзя туда. Да, ну только нам нужно докопаться такая вот. Леньки. А, не спится тебе. Не спится тебе. Не спится. Ба. Ба. Морда. Смешная. Надо докопаться до мышки. Мышки у мишку нужно сказать. Больше ничего не надо. А это твой мальчик, балбес, ты балбес, балбес ты. Что ты мне светал? Что? Балбес. Ты балбес, да балбес ты. Да балбес такой. Кабан, тебе уже в камеру не помещаешься, такой здоровый. Чего ты меня тычешь? Тыкалка своей. Тыкалка вот этой своей. Тычет у меня. Лапа какая. Что за звуки такие, зубастик? А? Что за звуки такие, зубастик? Зубастик! А ты чё на льва не охотишься? Ты как настоящий лев. Лежишь, бабы пусть вон добычу притаскивают, да? Ты как лев лежишь, ждёшь. Загорая на солнышке. А девчонки вон на охоту вышли, льва поймали. Трепят вон.
Что было? Кусай льва. Завалили льва, да? Ой, какой лев. Ай, Белла. Ай, лучше иди кусай льва. Иди забирай льва. Ой, замочила Белла льва, да? Мою девочку, молодец. Чё, Леша, иди отнимай вон. Вкусняк какие-то засыпали. Я вон мордой прям туда. Меряюсь.